Друзья, здравствуйте! Зацвела еще одна красавица. Я показывала в прошлых видео цветонос. Это Ацинета суперба, Стенгопия нигра и Стенгопия грандифлора. Цветы, конечно, меня поразили. Интересно смотреть на то, что никогда не видел. Немножко свет падает, солнышко. И вот лепесточки у нее идут больше похожи на Ацинету. Такие плотные, восковые. И вот этот кибрис, скорее всего, будет цвести целую неделю. Из-за того, что именно сами его, ну, красавица какая. А лепесточки, сам цветок очень плотный, такой как восковой. И вот эта вот губа нижняя, она похожа на стенгопею, но она у нее у стенгопеи более вытянутая. А здесь такая более рогом таким смотрится. Насекомая, похоже, на жуки вот эти майские. Достаточно крупный цветок, если я в ладонь возьму. Вот такой приятный, такой. А я захожу, а он висит наверху и не слышу. Думаю, что какой-то запах приятный, необычный. Я еще такого не слышала. Поднимаю голову, а это она расцвела. Потрясающий гибрид. Просто потрясающий. Хочу себе еще несколько таких вот ацинет на стенгопей. На в Эквадоре надо будет и взять их. Очень-очень красивое растение. Поэтому, кто хочет, очень рекомендую. Но и растение будет крупнее стенгопеи. Листья вот это ацинеты идут. И так цветонос спускается. Зацветала я так же, как и стенгопею. Все то же самое, как рассказывала в прошлом видео. Поэтому, кому интересно, можете посмотреть. Это было, рассказывала, где видео стенгопея тигрина. Немножечко красоты. Ну, спасибо за просмотр. Пока-пока.